Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Фритидс Тур. Это видео о прогулке на яхте по бухтам Бодрума. Яхта в Бодруме стоит 20-25 долларов с человека. Катают примерно 5 часов, а то и больше. На яхте предлагают горячие и холодные напитки, печенье, чипсы, мороженое, но желательно еду брать с собой, воду, газированные напитки и все, что вам понадобится. В общем-то, это не приветствуется на яхте, но никто за это вас не выгонит. Бухты Бодрума – это каменистые острова такие. Красотой особо они не отличаются. Но зато очень красивое море бирюзового цвета. Если день жаркий, на яхте очень хорошо, обдувает ветерок. Предлагают купаться. Нам предложили купаться 6 раз, из которых мы купались 4, и нам этого хватило с головой. Под конец прогулки привозят в бухту Клеопатры. К сожалению, в бухте Клеопатры холодная минеральная вода. Как-то холодная вода – это не наш конек, поэтому мы не рискнули купаться там. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!